Абсолютное большинство вынужденных переселенцев хочет вернуться на родные земли. Об этом, как передает канал 13, сказал заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуат Гусейнов. По его словам, в течение последних 25 лет различные международные организации, структуры ООН, НПО, зарубежные международные институты, частные компании, государственные структуры, а также во время Отечественной войны Центр социальных исследований проводили опросы среди вынужденных переселенцев. Абсолютное большинство беженцев и вынужденных переселенцев, то есть более 96%, заявило о желании вернуться на родные земли, на свои земли. За все время оккупации эти люди жили с верой и мечтой вернуться в свои дома, сказал представитель ведомства. Как отметил Фуат Гусейнов, Госкомитет готовит новую анкету для опроса, который станет предметом большого социологического исследования. Если, с одной стороны, наша цель – узнать о намерении вынужденных переселенцев, то с другой – создать социально-экономический профиль переселенцев по каждому населенному пункту. Гусейнов подчеркнул, что с целью постоянного проживания переехать в освобожденные районы смогут не только вынужденные переселенцы, но и другие граждане. Однако, по словам заместителя председателя Госкомитета, предпочтение отдается именно вынужденным переселенцам, потерявшим свои земли и дома. После завершения их переселения на постоянное место жительства каждый желающий получит возможность жить на освобожденных территориях. У каждого гражданина есть право приобретать жилье в любом регионе страны. Люди могут сделать это и на освобожденных территориях, отметил Фуат Гусейнов. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.